о жизни олимпийского чемпиона сняли фильм. Серик Сапиев, как главный герой, поведал зрителям о том, как стал спортсменом и как спорт изменил его жизнь. Пока кино не вышло в широкий прокат, поэтому знаменитый боксер призывает молодежь к здоровому образу жизни лично. Он встретился с талдыкурганскими школьниками и студентами, рассказал им о том, как достичь поставленной цели и суметь устоять перед любыми ударами судьбы. К слову, документальная лента уже скоро появится в прокате во всех регионах страны. Было неожиданно, конечно, увидеть глазу на глаз Серика Сапиева, олимпийского чемпиона. Был очень-очень-очень рад. Это была мотивационная сторона. Самое главное – не сдаваться, стремиться к победе. Если даже будет сложно, надо быть всегда впереди, работать над собой. После Олимпийских игр именно был наплыв секций в различные. В данное время молодежь идет в спорт. Благодаря победам наших ребят, благодаря вот таким встречам, мы вот пропагандируем спорт. Молодежи хотелось бы сказать, чтобы не ленились. Ну и воспитание родителей. Родители тоже должны направлять.